Итак, мы продолжаем путешествовать по маршрутам, навеянным нашими детскими писателями. На этот раз нас манит затерянный мир Конан Дойля и загадочная гора Рарайма. После долгого перелета мы наконец-то прибыли в аэропорт города Каракас. Времени на знакомство со столицей у нас нет, поэтому сразу отправляемся на побережье Карибского моря, к острову Сомбреро, где надеемся немного расслабиться и отдохнуть перед длительным путешествием на юг страны по Гранд-Саванне и национальному парку Канайма. Итак, на небольшой лодке мы отправляемся к острову Сомбреро, затерянному в просторах национального парка Маракой. Этот крошечный остров манит туристов своими песчаными пляжами и прозрачной водой необыкновенно красивого лазурного цвета. La danção tinha isso, tinha corpim bem pagar. Oh mamã, escoze um vergonha, oh mosca boda, vou cinturar. Oh mamã, escoze um vergonha, oh mosca boda, vou cinturar. Oh menininha, já vou esparar, já vou sabia, manha cinturão temer. Oh menininha, já vou esperar, já vou sabia, minha cintura ao temer. Tava influída, da danção tcha tcha tcha, da danção tinguiça, banha curpim bem pagar. Tava influída, da danção tcha tcha tcha, da danção tinguiça, banha curpim bem pagar. Oh mamã, esse coisa é um vergonha, oh mosca boda. Vou cinturar, oh mamã, escoze um vergonha, oh mosca boda, vou cinturar. Tava influída, da danção tcha tcha tcha, da danção tinguiça, tenha corpim bem pagar. Tava influída, da danção tcha tcha tcha, da danção tinguiça, tenha corpim bem pagar. Tá danção tcha tcha tcha, tá danção tinguiça, banha curpim bem pagar. Tá vim fluida, tá danção tcha tcha tcha, tá danção tinguiça, banha curpim bem pagar. Oh mamã, escoze um vergonha, oh mosca boda, vou cinturar. Oh mamã, escoze um vergonha, oh mosca boda. Река Ориноко – третья по протяженности в Южной Америке. Она простирается на 2150 километров от своих истоков вдоль бразильской границы до широкой дельты размером с Бельгию на северо-восточном побережье Венесуэлы. На моторной лодке мы отправляемся по одному из широких протоков вглубь дельты реки Ориноко к нашему базовому лагерю, расположенному в живописном лодже.
отеле, в отеле Туаренок, а нам предстоит 3 дня провести здесь, в этом лодже. И будем каждый день уезжать куда-то, смотреть животный мир в реке Оренока. По нашей просьбе хозяйка лоджа заказала свежей рыбы у местных рыбаков. И надо признать, некоторые экземпляры довольно внушительных размеров. Так что сегодня вечером нас ждет прекрасный ужин. On the lodge in the big river, we will go this way. We will pass Boca del Tigre and we will go in this direction, in this small river, and go here in Vina Morena River, Vina Morena. In this green dot, we have the Nara camp here. После краткого экскурса нашего гида мы отправляемся на первое знакомство с дикой природой дельты реки Оренока. По заросшим протокам мы движемся вглубь сельвы, наслаждаясь ее красотой. Здесь произрастают пальмы моричи, чьи прямые и стройные стволы достигают 30 метров. В их тенистых ветвях можно встретить обезьян-ревунов. Невдалеке одинокий тукан, один из обитателей местной сельвы, прячется в листве деревьев. Он не очень любит летать и часто передвигается прыжками между ветвями деревьев. А внизу, в мангровых зарослях, посланец доисторических времен, грациозный гуацин. Его встретить мы никак не ожидали. Дальше наш путь лежит в одну из затерявшихся в протоках реки деревень коренных жителей, индейцев Варау. Живут Варау в домах на сваях, построенных прямо возле реки. Вся жизнь этих людей проходит на реке,
и полностью зависит от нее. Это и вода, и пища, и способ передвижения. Вечер, и нам пора возвращаться в лодж, где нас ждет прекрасный ужин, приготовленный из свежей рыбы, и мы сможем за бокалом вина поделиться пережитыми ощущениями. Наступил новый день, и мы отправляемся еще дальше вглубь сельвы. Протоки становятся все уже, а заросли все гуще. Наконец-то находим место, где сможем причалить к берегу. Сейчас время отлива. Вода уходит и обнажается земля. У нас появляется возможность пару часов побродить в густых зарослях сельвы. Thank you.
это термиты. И индейцы их используют как репеллент. Они вот так обтираются, и тогда комары их не кушают. No mosquito. No mosquito. И запах просто балдежный. Вот так отберут еще их. Чистый белок. А, вкусно. Вкусно. Местные идут без воды в джунгли, и когда они сюда приезжают на лодках, они ходят и собирают вот такие плоды и пьют воду. Очень вкусная вода. Наш гид решил срубить одну из молодых пальм, чтобы угостить нас ее сердцевиной, местным деликатесом, из которого индейцы делают очень вкусный салат. Here is the palm heart, and this skin is just like plastic. Palm heart from before? Never. First time. First time, yeah. Wow. But where we can do this? Maybe in Brazil. In Brazil, no, we've never been in Brazil. Yes. You eat it? Yes. Yes. Как, Егор, скажи? А гриб? Да? Олай! И вот сейчас получилась такая вот картошка, можно сказать, с виду. Но по вкусу просто грибы. Вот как будто бы свежие шампиньоны. Дали бы еще немножко приправки. Оливкового масла, это был бы просто замечательный завтрак. Салат, салат.
Дальше наш путь лежит в другую часть дельты, где в одной из тихих заводей мы попробуем порыбачить на пиранью. Надеемся, что нам повезет. А пока еще немного насладимся красотой дикой природы дельты реки Ориноко. Удалась. На ужин точно хватит. А жареная пиранья – это деликатес. Настало время прощаться с этим царством, нетронутым человеком дикой природы. Зарослями маврикиевых пальм и мангровых лесов, где живут стаи ярко-красных американских ибисов, а на рассвете и закате обезьяны-ревуны устраивают оглушительные концерты. А нам пора. Завтра из города Пуэрто-Ордес стартует следующий этап нашей экспедиции. Пятидневное сафари на джипах через Гранд-Сабану к загадочной Рораиме. We have to drive today from here till here. We are driving now to Gran Sabana to have a very nice experience in the wild with the Pemones, with the Indians from the Gran Sabana and Canaima National Park. So, we are leaving now from Puerto Ordaz, 9 hours driving from Puerto Ordaz to Liboriwo. Как всегда, вы видите эти бумажки. Какие-то таблицы, какие-то деньги. Почему-то всегда я должен это все считать. Почему-то все эти деньги должны быть у меня, я за них должен отвечать. И как всегда какая-то недостача. 200 боливар, $300. Выпьем за то, чтобы нам всегда всего хватало. Не было недостачи. Ну, хочешь сказать одно слово, ну, не попадет оно в фильм. Ну, вы меня понимаете, да? То есть социализм впечатлил такие воспоминания, как бы, так захотелось назад в это счастливое прошлое. Когда нельзя иметь вот, доллары. Мы попали, на самом деле, мы попали за эти, ну, приличные деньги, можно сказать, мы попали на машине времени и аж кайфанули по полной программе. Вот под эту музыку, которую Егорка купил диск специально, переписал, чтобы сделать Валерчику приятно. Мы вот катим по Венесуэле на ее самый юг, где мы будем проводить 5 дней на джипах. За удачное путешествие. Вперед! Мне очень приятно, что мы сейчас едем по Венесуэле и слушаем грузинскую музыку. Просто от души спасибо большое! Первая остановка у водопада Чинак, и мы отправляемся на 3-часовую прогулку к подножию водопада. We'll be right back.
водопад Чинак. Мы находимся на юге Венесуэлы. Высота водопада 105 метров. Я представляю, что творится, когда сезон дождей. Здесь, наверное, невозможно было бы стоять. Так много было бы воды. По комментариям, no comment. После Намибии водопада, который я видел, это следующий большой в моей жизни, который я видел водопад. Замечательно. Poca vichita va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna. Come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Americano.
В завершении решили спуститься в одну из пещер Гранд-Сабаны и познакомиться с ее обитателями. Thank you.
отличном настроении мы наконец-то добрались до базового лагеря, откуда завтра утром на вертолете мы пролетим над Рораймой и совершим посадку на ее вершине.
Гора Рарайма – самая высокая точка горной цепи Покрайна, является одним из древнейших геологических образований на Земле. Ей около 2 миллиардов лет. Сегодня мы отправляемся на первое знакомство с Рараймой. Нам предстоит 5-часовой поход по горному плато сквозь причудливые каменные образования, созданные природой. А также мы спустимся в древнюю пещеру, которая впервые была изучена только в 2006 году. Не было столь много забав, да, как сегодня, интернета и прочих штучек. Прочел как-то я романчик Конан Дойля. И в мою детскую душу запало это очень серьезно. Я очень хотел сюда попасть. И мечтал, как и Андрей Иванович вместе. И наконец-то это свершилось. И я очень рад, что я в кругу моих друзей нахожусь здесь на вершине и ночую. Энергетика этой горы, ее не передашь ни камерой, ни фотоаппаратом, ничем. Я хочу, чтобы мы хотя бы раз в 5 лет имели возможность заряжаться этим даром природы, который существует в разных концах света. Вот первый раз был в Австралии, второй раз в Венесуэле. Абсолютно разные концы света. Если еще где-то есть такие, я пойду туда со своими друзьями, с которыми я сейчас выпью этот коньяк. За это ощущение. За вас всех, за то, чтобы мы могли еще путешествовать, еще познавать столько же мира и столько неизведанного, столько неиспытанного и забытого в этом мире. За всех вас. Давайте. Остается молодым бутерброд с красной икрой. Под названием, не знаю, почему Саша его назвал таким плохим словом, говно. Почему молодым достается? Но раз мне последнему досталось слово, из Сашиных рук говно должно быть конфеткой. Так что плохого он мне не пожелает. Это может просто ляпнуть. Гора Рарайма точно такая же прочная, как вот этот кристалл. Она будет стоять еще очень много миллионов лет.
за приятные, хорошие, дружеские ощущения, которые мы можем делиться друг с другом. За нас всех, ребят. Где бы мы ни были, в какой части света, и чтобы это было как можно больше случаев у нас таких, а если это будет вместе, будет прекрасно. В горах погода переменчива, и Рорайма не исключение. С утра наступает туман, но мы надеемся, что вертолет сможет нас сегодня забрать. А пока еще один поход по загадочной Рорайме. Школьником мечтал еще. Андрюша, как тебе, простому стоматологу, на Рорайме живется? В затерянном мире всегда легче, чем в каком-то настоящем. В завершении мы решили подняться на самую высокую точку Рорайма – гору Маверик. Мы добрались наконец-то на вершину Рорайма – 2810 метров. Прекрасная погода, отличное настроение. Не все добрались, но добрались. Шикарный вид. Боялись, что не увидим этой красоты из-за тумана, потому что было низкий, не видно ничего. Но сейчас все видно и все красиво. Мы благополучно встречаем вот этот вот закат солнца с такими красивыми лучами. И наслаждаемся жизнью. Погода окончательно испортилась, и нам остается надеяться на профессионализм нашего пилота. Хотя прощаться с Рораймой совсем не хочется, мы с грустью покидаем этот затерянный мир и надеемся, что когда-нибудь сюда еще вернемся.
Сегодня на двух самолетах мы отправляемся вглубь национального парка Канайма, чтобы увидеть еще одно уникальное место Венесуэлы – водопад Анхель, самый высокий водопад в мире. Его высота составляет 979 метров, а назван он в честь летчика Джеймса Энджела, который первым пролетел над ним в 1933 году. Андрюха, ну как? Поехали! Вылетев из аэропорта города Санта-Елена, мы попросили нашего летчика Джимми Хименеса подлететь как можно ближе к водопаду, так как мы снимаем фильм о Венесуэле, и эти кадры нам очень важны. Тогда мы еще не догадывались, что он подарит нам уникальный экстремальный полет, который мы запомним на всю жизнь.
нечего сказать. Прекрасный полет. Я думаю, съемки получились. Главное, камера есть. Самый-самый, вообще самый супер флайт в нашей жизни, который был. Это вот так вот лететь так прям над водой, потом летать прямо между этими тыпуями, потом возле Анхеля вот так вот три раза крутиться. Это... Полет был просто. Такого у нас нет. У нас был супер полет на вертолете, это супер полет на самолете. Красавец, он сумасшедший. Джим, gracias. Канайма – небольшое поселение в центре одноименного национального парка. Очень красивое место. Отсюда стартуют все экспедиции к водопаду Анхель и окружающим столовым горам, которые называются Тепуи. Вот и мы решили проехать на лодке и насладиться красотами местной природы, признанной объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Завершена. Мы прощаемся с Венесуэлой и ее уникальной природой и уезжаем с надеждой, что еще сюда вернемся.